45 вакансий с заработной платой от 500 рублей. Сегодня в управлении по праце, занятости и социальной обороне населения Гомельского гарвыканкама прошел день предприемства. Наймальник на этот раз был один – открытое акционерное товариство «Гомель-железобетон». Подробности в сюжете Марины Джалы. Предприемство зараз нарощує объемы вытворчості. Узникла необходимость у повелишения штату. Праз управление по праце, занятости и социальной обороне гарвыканкама вырешить такое питание на шмат простей. С початку года товариство уже третий раз набирая супрацовников с допомогой этой службы. Так, на этот раз пропанову прийти на день предприемства отримали около 300 суискальников. Предприемству потребуются люди на рабочие специальности, а так само инженерно-техничный персонал. Заработная плата для новых работников будет начинаться от 500 рублей. Але можно заработать и 1000. Средняя на вытворчасть складая 750 рублей. Дальше уладковаться сюда можно и без отповедной квалификации. Навучание махчима пройти на предприемстве. Опыт работы желательно. Но если нет, то мы готовы обучить, переквалифицировать, либо чтобы человек получил профессию. Также на предприятии людям обеспечивается полный соцпакет, спецодежда, обувь, горячее питание, 30% дотируется за счет предприятия, не менее 3 раз в год выплачивается материальная помощь. Дни предприемства – добрый способ знайти працу для тех, кто мае у гэтым потребу. Погутарыць напрямую с представниками предприемства, одразу задать все хвалюющие пытания, предоставить необходимые документы. Это диалог, який частей за все приносит худкий выник. Сегодняшнее мероприятие, оно уже становится у нас как бы такими традиционными, эти мероприятия. Это встреча с кадровыми службами, как я сказала, уже Гомель-железобетона. То есть соискатели различных профессий, которые они могут здесь напрямую встретиться с нанимателем, узнать вообще, что это предприятие, что оно из себя представляет, из первых уст услышать об этом, какие требования к соискателям предъявляются, показать себя, скажем так, прорекламировать себя. И если случится все хорошо, то есть наниматель подберет себе нужное количество кадров, а люди найдут работу. То есть, в принципе, то, для чего мы сегодня проводим мероприятие. Что до специальностей, у яких наибольш востро мае потребу рынок працы, то гэта медицинские, будаўнічыя профессии. Адчуваецца недахоп бухгалтеров и инженеров. Усяго у банку вакансий Гомеля каля 3000 заявок. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».